Доброе утро, город! В эфире Сургут 24. Первый инвестор, который займется строительством физкультурно-оздоровительного центра в Сургуте, уже официально приступил к работе. Силами городских властей пустырь под объект уже подготовлен к началу строительства. В дальнейшем за свой счет муниципалитет проложит и дорогу к новому учреждению, и организует парковки, чтобы жителям было комфортно пользоваться центром. Механизм концессионного соглашения предусматривает, чтобы концессионеру был передан участок, полностью обеспеченный инженерной инфраструктурой, транспортной инфраструктурой. В настоящий момент составлена дорожная карта, и к моменту ввода все инженерные сети и, соответственно, проезжая часть, они будут доведены до объекта. Это все синхронизировано, все утверждено, есть исполнители, конкретные сроки, и в бюджет деньги на все эти мероприятия положены. В новом спортивном комплексе недалеко от школы номер 12 на улице Кукуевицкого один из залов будет использоваться образовательным учреждением для уроков физкультуры. А в вечернее время там будут работать секции. Приоритет планируют отдать занятиям для девочек, хореографии и художественной гимнастики. Улицу Аэрофлотскую ждет полное преображение. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. Он подчеркнул, что первый этап архитектурной подсветки автодорожной развязки в начале улицы – это только старт масштабного проекта по видоизменению всей магистрали, вплоть до аэропорта. При этом реализация подразумевает использование исключительно спонсорских средств. Напомню, общая стоимость проекта по архитектурному освещению моста на Аэрофлотской – порядка 22 миллионов рублей. Их предоставили меценаты, в том числе фонда «Траектория на одежды». Югорчанин финишировал с флагом Олимпийского комитета России. Наш знаменитый земляк Сергей Устюгов из Междуреченского завоевал золото в эстафетной лыжной гонке в Пекине. Победу в воскресенье одержала мужская сборная России, в составе которой Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицев и Сергей Устюгов. Это четвертое золото в копилке национальной команды за 9 дней Олимпиады. Более 100 лучших юных шашистов Уральского федерального округа собрались в Сургуте, чтобы побороться за места в сборной. Наш город впервые принимал столь масштабные соревнования по шашкам, хотя местные спортсмены и ранее демонстрировали достойные результаты на первенствах различных уровней. В крупнейшем муниципалитете Югры порядка 200 детей сегодня занимаются шашками профессионально. Четверо из них – члены сборной России. Молодые мамы в Югре получат выплату в размере 15 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Порядок предоставления пособия определило правительство округа. Женщины до 35 лет получат средства беззаявительно после регистрации новорожденного в ЗАГСе. При появлении двойни или тройни пособия выплатят на каждого малыша. В отдельных случаях средства могут получить отцы. Кстати, за январь в Сургуте 217 женщин впервые стали мамами. Пицца-фабрика. Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Все говорят, я толстая. Не могу остановиться. Как сбросить вес? Не могу. Все говорят, что я толстая. Постоянная одышка и усталость. Не могу заставить себя меньше есть. Доктор Гужагин. 89-72-52. Ты изменяешь мне с Марисой? Нет, мы просто гуляли по пустой. Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Авторадио. Первое автомобильное радио. Движение. Только вперед! Авторадио! 103.3 FM. The first radio station to play my song. Energy. Number one for new hits. Between me and my fans, it's energy. I love energy. Hit music only. Every hour. Включи Love Radio твоей мечты. Love, love.
русский хит. Только русские. Только хиты. Радио Energy. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Energy – это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд шоу-бизнеса. Авторитетный радиобренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободные от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры офлайн. Выбери Радио Energy. Energy. Спасибо за внимание. Thank you.